Хорошо всем, здрасте, привет-привет на канале Пиратская жизнь. Мы сейчас с Владимиром Павловичем отправляемся гулять, вот, потому что гулять это полезно. Вот, выкинуть надо? Выкидывать надо, выкидывать. У меня пакетик от этих остался. Ой, на кухне так классно пахнет. Прям аромат. А мы гулять уходим. Вот, ну ничего. Зато дома есть еда и красота. Надо сегодня еще зайти, хотел купить грибы, сделать этот грибной суп. У меня там еще, кстати, фрикадельки есть. Очень такой намутим вкусненькое. Вот так, так что давай вызывать такси. Сейчас не могу, меня прям достали звонками. Блин, я не знаю, то ли Теле2 звонит, то ли что. Вот, сначала с одного позвонили, я заблокировала. Потом с другого позвонили, тоже блокирую, блин. Оставляют сообщение, алло, 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 алло. Как они достали уже свои. Я не хочу менять тариф, меня все устраивает. Зачем вы мне пытаетесь втюхать, блин, свои тарифы? Короче, покой нам только снится. Нормально, так соседи взяли. Матрас выставили, все. Я не знаю, кто это. Я не знаю, то ли наши, то ли еще какие-то. Ну, просто вот так вот взяли, матрас выставили, и все. Матрас. Да, мы вон... грубо говоря, у нас тоже там стоял хлам, но мы постарались его там выкинуть сразу. А тут уже стоит 2 недели. Просто матрас. Совсем матрас. Бери, не хочу. Нет, если люди собираются выкинуть, то как бы, ну, стоит там 1 день, 2 дня, да? А если как бы люди собираются продавать там или еще что-то, ну, не знаю. Может, неделю-две, да, стоит, да? Неделю. Ну, не знаю, мне кажется, уже 2 недели точно. А это только идет. Ну идет, уже заканчивается почти. Ну да, он стоит и стоит, стоит и стоит. А потом, блин, будет ходить пожарка. И говорят. Выкинуть надо. Да, выкинуть. Все. Или будут потом искать, кто он, где, чей. Мы не знаем. Кто где, чей. Не знаю, мы за собой стараемся все выкидывать. Мы все выкинули. Мы все выкинули. Что мы очень уважительно относимся. Смотрите, звезда. Че сегодня ночью? Плюс один. Плюс один? Ой, красота. Все, наконец-то уже прям зайти, прям идешь, сухой асфальт. Супер. Снега становится и льда все меньше и меньше. Прям кайф. Сейчас самое золотое время. Когда вроде еще уже тепло, но при этом немножечко вот такую курочку одеваешь. И... Супер. Шапку снять. Да, и тогда зачем. Ага. Вовка уже он без шапки ходит. Раньше что шапка, шапка, сейчас без шапки. Красота. Обожаю так, знаете, вечером прогуляться, подышать воздухом. Супер. Сейчас еще кофеечка зацепим. И жизнь будет супер. Какая красота. Народ гуляет. С погода прям супер. Сухо. Сегодня хоть это снега, да, не падало. Замечательно. Завтра будет дождь. Да, дождь завтра? Да. Хреново. И это хреново. А сейчас пока что сухо. Замечательно. Диксич. Сухо одел. Все, блин, его заставишь. Филин. Я не знаю, кто. Вредный, вредный тип. Говорю, сними куртку и не снимай. Сидит, блин. Одел кофту сегодня полегче. И все, иначе. Все, все мерзнет. Холодат. Холодат. Ну что, девочки, что хотите? Старые уже. Что, вон у тебя опять, кстати, пара волосиков на бровях сидит. Скоро чувствую, знаешь, она все будут седые, и придется их просто депилировать все. Либо красить. Нормально, нормально уже. Все, можно пить. Можно пить кофе. Прис. Давайте наше здоровье. У нас дома, конечно, вкусные тефтели. А мы тут, как всегда, твистер набрали. Ну, акция 50-50. Невозможно отказаться. Наше здоровье, ваше здоровье. Традиции они такие. Еще пока до дома дойдешь, пока сейчас еще погулять. В общем, я пока готовила, даже ничего не ела. Вовке хоть он морковку подсунула. А я вот ничего не ела. А ты морковку тоже съела? Я не ела морковку. Что ты говоришь? Я не ела ее. Я не ела. Спасибо, что ты мне открыл. Давай сюда. Отжимаю еду, Вован. Отжимаю, да.
то тебе меньше досталось. Хорошо. Открывается хорошо? Да, вообще сама так отлетает. Давай. Да. Давай. Что давай. Короче, прикола станет. Сидим с Вукой, это обсуждаем, короче, это. Мне еще понравилось. Смотрите, пишет. Три страны ЕС предложили снизить потолок цен на нефть из России. Вопрос. Нафига им снижение цен потолок на нефть, если мы так не продаем нефть тем странам, которые установили потолок цен на нефть? Это все равно, что, знаете, вот ты в магазин, да, приходишь и видишь там банку икры. Вот, на тебе ее не продают. Стоит 20 тысяч. Да, 20 тысяч. И ты вот требуешь, чтобы она стоила 15 тысяч. Типа, я за 15 ее куплю. Нет, за 15 тысяч. И она вот стоит 15 тысяч, но тебе ее не продают. Какой смысл требует, чтобы она стоила? Я ее все равно не куплю, да? Но я хочу, чтобы она стоила меньше. Какой смысл? Я не понимаю. И вы знаете, вот то, что вот, что смысл какой? Вы знаете, вот прошел год, да? Вот, конечно, вот эти санкции, да, сколько там, 10 или 11 уже пакетов было? Я же не помню, как это, Задронт еще шутил, шел 3-4 уровень санкций, там, точно. А вот, и смысл в том, что, понимаете, вот сейчас вот живешь, ты же совершенно не ощущаешь этих санкций, по сути, да? То есть тебе надо оплатить еду, ты платишь. Ты хочешь прийти там в кафе там с курочкой, да? Ты придешь, тебе нужен бургер, ты купишь его. Тебе нужна там, не знаю, айфоны, Зары и прочее. Пожалуйста, бери сколько хочешь. Параллельный импорт, там, так извините меня. Дороже стало. О, да, дороже. Но, опять же, тот, кто хочет, тот купит. Понимаешь? Раньше могли многие купить. Да. Но, опять же, дороже, но некоторые там, знаешь, наоборот, зарабатывать стали больше. Вот, и я говорю, что, вы понимаете, вот прошел год, да, и вот как-то я вот на самом деле, вот, ну, я вот уже не ощущаю. То есть мы уже настолько привыкли. Человек такое существо, которое привыкает. Все ощущают, а ты не ощущаешь. А я не ощущаю. Мне хорошо. Угу. Да. Не, ну я меньше зарабатывать стала, конечно. Ну, вот именно. Но, опять же, я адаптировалась к тому, что я меньше зарабатываю. Понимаешь, я адаптировала свои расходы. Да? Я научилась копить. Я научилась экономить. Ну, хотя не, экономить не научилась. По крайней мере, тратить деньги так, как вот. Я научилась больше зарабатывать, да. Потому что у меня появилась там какая-то реклама, там туда-сюда, интеграция и прочее. Вот, понимаете, вот прошел год, и что поменялось? Ну, сколько людей умерло из-за этой всей фигни? Спрашивается, нафига? Нафига все эти санкции, нафига все это вот это дело? Непонятно. Ой, опять спам. Знаете, вот подписан на одного блогера, называют «Нищий инвестор» Вася. Вот, смотрите, как прикольная штучка. А тут он выложил. Сейчас, секундочку, обновим. Вот, видишь, что пишешь? Привет, Путин, давайте остановим войну. Давайте повеселимся. Нас зовут Мэри и Алиса. Вот, мы близнецы из Киева, вот, которые хотят продать свою девственность. Да-да-да-да. На этом сайте. Если вы хотите провести с нами ночь, вы можете посетить наш аккаунт и сделать ставку от 1 миллиона евро и выше. Мы решили продать девственность. Смотрите, еще прикольно будет. Чтобы заявить, что мужчине лучше сосредоточиться на том, чтобы веселиться, а не воевать. Любовь вместо войны. Эти две девочки сделали для прекращения войны больше, чем Зеленский. Капец. Да. Продать девственность. Да, интересно. Хотя на самом деле, знаете, вот, вот сколько читаю разных пабликов, такое, знаете, набирает все больше и больше оборотов. В общем, 100 лет живи, 100 лет учись. Как вы, кстати, к этому относитесь, как вы считаете? Не, ну хотя, знаете, посыл девчонок верен. То есть в плане того, чтобы вот, я понимаю, что это прикол, вот, надеюсь, хотя хрен его знает. Ну, я даже не знаю, как комментировать. Жду ваши комментарии. А что такое? Сухое, что? Сухое игристое. За 54 тысячи? 4 тысячи бутылка. 54 тысячи? Да. И что, и где он это пил? Нигде не купил. Он не покупал, мне тисну. Из магазина элитного алкоголя. Да? Вышел из зала и за углом сразу выпил. Избавился от улика? Красавчик, лайков. Чего? Избавился от улика. Он, блин, выпил его, там взяли пьяным. Нет, подожди. Нет вина, нет улик. Как так?
бутылка пустая рядом с ним. А он ее вернул? Зачем? Я говорю, вот вернуть его, и все. А ты, блин, вообще приколов не понимаешь. Вот с Вованом, конечно, шутить вообще. Шутка ты не понимаешь, ни хрена. Да. Тормоз. 5 суток ему сейчас дали за отказ от меда. А свидетельство нет. Да? Плюс за кражу. Я не пил. Плюс за, блин, кражу ему дадут еще сколько. 54 тысячи, это приличная такая цена. Сумма, да. Да. Для уж. Уголовного дела плюс то, что он по УДО вышел. Нормально. 20. Винишка за 54 тысячи. Блин, нахрена. Зато попробовал. Ну да. Вы готовы отсидеть ради того, чтобы попробовать вино за 54 тысячи? Я нет. Сейчас вот сидели, знаете, в окошко смотришь. Молодежь уже открыла сезон скейтов, всяких там самокатов и прочее. Ну а что, прям красота. Сейчас прям целая группа такая проехала. Катаются, видать. Дрыгаются уже. Угу. Прыгают. Вон, видишь, тоже с самокатами. Ну, в принципе, уже можно, потому что сухо, хорошо. Да. А насчет, кстати, вот вина, вот, чувак, видать, это живет по принципу «Жить нужно в кайф, ты потанцуй со мной». Знаете, кайфанул. Он на великах уже гоняет, молодцы. Красавчики. Нормально. Пускай. Снимай, давай. Я тоже снимаю. Вперед. Они вот трюки, видать, делают. Вот, смотри. А, он едет на велике второй. И тоже снимает на этот. Он-то сейчас на дыбы поставит его. А, он на одном колесе едет. Вообще молодцы. Молодчики. Только он в шлеме. Так он, знаешь, серьезным. Ну и правильно. Так что вот, ребята. Если вдруг что, тоже тисну бутылку самого дорогого вискарика, бахну ее во дворе. И это, берите меня. А ты докажи. Жить нужно в гай. Уже картины, кстати, вы тоже вытащили. Певцы, да. То есть я говорила, покровочка оживает. Лена-то здесь вообще кайфово будет. Вон картины уже тоже стоят. Они, видать, и картины продают одновременно и поют. Одна картина продает, как ребята. Ну да. А вторая подпевает. Ну да. Так. Хорошо. Идешь? Кайф, блин. Вот с детства люблю покровку. Уже и Вована подсадила. А еще так, знаете, кофеечку попьешь, что-нибудь вкусненькое зажуешь. По кайфу, и можно еще пару часиков гулять. Вот, смотрите, пришли в спар. Я тут увидела, знаете, огурцы кураж. У меня отец их постоянно сажал. Вот такие вот огурцы. Классный сорт. Такие, знаете, небольшие, классные. Мурашка не помню, что бы он делал. Вот кураж прям помню. Что-то у нас голубая лагуна, каскад солнечный, черри. Вот отец кураж такие сажал все. А еще такой вьюнок, красное, знаю. Флагман. Шли. Да. А вот уже смотрите. Видите, готовится к Пасхе. Вон всякие наклеечки. Прикольно на яйца. Какая прелесть. Даже можно со стразами сделать, в смысле. Вот по 70 рублей. Ну, не так дорого. Вот такой, кстати, перламутровый мы, по-моему, брали. Но мне он не понравился. Очень с ним возни много. По-моему, где-то даже валяется. Ой, вот эти вот красивые. Это как со стразами делать. Фаберже. Вот. Такая вот тоже красивая, смотрите. Вот. Это, наверное, уже как-то надо будет обтягивать, что ли, да? Да, это вот обклеивать. Но это, блин, возюкаться долго. Ой, вот такие вот. Ой, тихо. Да. Стоять боятся. Все крушу. Так, вот. Ну-ка. Вот, уже очень красиво. А я видела, знаете, как-то яйца красят этим, каркаде. Надо попробовать будет в этом году, может быть. Прям в каркаде варят. Они остывают, такие красивые становятся, как яйца драконов. Много всего интересного. Ну, конечно, надо шелуху. Тоже наклеечки были интересные. Вот такие вот. Много всего классного. Что-нибудь выбираем. Что вот такого взять? Чуть не сегодня выбор такой хороший, да? Вот. Кролик. Смотрите.
кволик. Это не только ценный мех, но и 3-4 килограмма. Да-да-да. Девочки, у кого есть классный рецепт кролика, напишите. Может быть, как-нибудь кролика приготовить. Кстати, почем она, кролик? 600 рублей. Ничего такой кролик, блин. Не дешевый. Да. О, крылышки индейки, смотри, сочно будет. Они уже готовы. Клыловки. Там крылышки такие прям вот резиновые, блин, становятся. Мы как-то брали, мне не понравилось. Вон, перепёлки мелкие какие-то. По две штучки, совсем мелкие. Вот. Такое дело. Чувствуешь, чем пахнет? Чувствуешь? Чувствуешь. Да. Ой, я хочу, чтобы весь альпами пахло. Швейцарским. Ты там посрался. Да. Вова, прикрываю твои косяки. Да-да-да. Свои. Швейцарские альпы. Представь, что ты жрёшь в Швейцарии. Альпы. В Альпах. Да. Сверху вниз. Аромат ежиков, кстати, намного лучше. О, ну-ка. О, ой, еще горяченькие. Интересно, делают ли освежитель воздуха для туалета с ароматом ежиков? Или, знаете, с ароматом жареной картошечки? Или там, знаете, курочки KFC? Блин, так было бы классно. Мне кажется, тема бы зашла. Ой, да. В общем, что купили в Спаре? Потратили сегодня мало денег, 700 рублей всего, 750. Купили хлебушек, вот такой прямо мягкий-мягкий. Это, я так понимаю, кукурузный батончик. Вот, взяли вот такие грибочки. Буду завтра мутить суп грибной. Так, что у нас здесь еще? Морковочку. Моему кролику, да, чтобы лучше кушал морковку, чтобы любил свою зайку. Да-да-да. Так, взяли еще... Вот такой вот помело красный по 199. Вот, слушайте, мы его чистили, прям очень вкусный. Вот такой, кто увидит, пробуйте. Он прям очень хороший. Я не знаю, откуда он. По-моему, китайский, что ли. Вот, но он прям классный. Вот мы пробовали. Made in, хрен знает откуда. Так, что еще взяли? Девочки, не удержалась. Смотрите, что я взяла. Березовый сок. Березовый сок. Сегодня на ужин будем пить березовый сок. Подойду березку, обниму, высосу ее. Так, дальше. Что еще? Еще у нас картошка красная. Такая вот. И укроп немножко к супу. Вот. Сейчас будем готовить картошечку. Она у меня уже, видите, начищенная вся. Салатика. Сделаем. Слушайте, хочу попробовать этот сок. Что за сок такой? Я когда увидела в Спаре, 99 рублей стоит. Я такая, блин, я хочу. Я хочу. Написано, кстати, что там даже есть березовый сок. Конечно, там вода в основном, но тем не менее. Отчего так в России березы цветут? Отчего белоствольные все завывают? А, березовый сок. Не пахнет. Пахнет, знаете, лимоном каким-то. Лимонным соком. Слушай, по-моему, просто какой-то лимонад. Сладкая водичка. А, да. Ладно. Попробовать хоть партия от 7.02. Я сильно сомневаюсь, что в феврале березы это, сок дают. Или как, может, через соковыжималку. Что написано? Вода питьевая, сок березовый, сахар, гетр кислотности, лимонная кислота. По-моему, как раз она и дается на вкус. Консервант, сорбат, калия. Все. 50. А, 12 калорий, кстати. Ну, не так много. 3 грамма углеводов. Это же 12 калорий, здесь литр. Вообще нормально. Мне кажется, знаете, остудите, будет тема. Так что неплохо, неплохо. Так что сегодня будем пить березовый сок
извините меня, срать с ароматом альпийских Альп, швейцарских Альп. Вот, но лучше бы с ароматом ежиков или жареной картошечки. Да. Ладно, все, люблю всех, целую. Жить нужно в кайф. Ты потанцуй со мной. Все, люблю вас, целую. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.